Гляну. Нельзя его проебать. Я тут. Латте, брат. Где он? Давай в DC ему напишем. Где его нет? Может быть, Тузимал, может быть, это он варом. Потому что не, 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 Тузиман. А Латте уже в ГГВП. ГГВП? Да. То есть он на Альянсе? Ну, он ренегат же. Ну да. А дегенера... простите, ренегаты могут, типа, куда угодно ходить? Да. Да, я же с вами, хотя и альянсом был. Тузьмай — это ГМ гильдии Destiny. А офицер, именно офицер, это Тирекс, он за мага играет. И у него, по-моему, твин есть пал. Ну, хрен его знает, вот я не нашел, я только что искал, типа, да, не нашел. Да, пизды вообще. Да я... Тебе-то до пизды, я себе думаю, куда вступить. Вот я же спи... Там нормальный рот есть. Не пойду. Я был вот там. Там Валера Холерика, это верховный ЧСВ такой же, как и этот. Это где? В Этерналах? Да, я был там чуть ли, ну, не с момента основания, но в самом начале этой гильдии. У меня своя гильдия есть, я ее заморозил, блядь, распустил. Там челики сидят по полгода АФК, блядь. Смотря для чего тебе гильда нужна. Ну, я наксы собирал, вот когда сервер открыли, наксы выходили. Не для бонусов, возможно, для каких-то походок. Реально, сейчас по факту ноги похуй. Тут из актуальных рейдов все десятки. Когда сейчас, выйдет. А дальше. Ну а дальше уже может что-то появится. С пугарями ходить, блядь. Ой, ну, да, например, тот же X с пугарями закрывает. Я вот так вот скажу, вот, ребята, типа, вот играть в топовой гильдии и не в топовой гильдии, ну, типа, в топовой чё ты будешь терпеть ЧСВшник и всяких уёбков. А не в топовой ты просто будешь. Ну, в рейд заходишь, если ты лучше играешь, чем все, ты будешь либо подсказывать, либо помогать, ты будешь тянуть рейд. То есть и так играть можно. Просто, если, допустим, ты одеваешь перса на продажу, и тебе задача его там за неделю одеть, то да, тебе нужно в топовой желательно находиться. А если ты не торопишься, не одеваться, ничего. У меня, допустим, нету Т4 на друиде, нахуй. Но я знаю, что он у меня рано или поздно будет. Выпустят там ЦЛК, нахуй, уже все, уже, блядь, ЗС, ОКО выпустят. Я схожу, блядь, выбью, нахуй. С ребятами, нахуй, пару раз, и все, и выбью, что хочу. Не, просто ты говоришь, с твинами одеваться, вот, с твинами, с этими пугами, типа, похер, какая гильдия. Я вчера сходил с пугами на дикей в 25-ку льду, порезанную до безобразия. И чё, калагарн, ну, так... наш максимум. Так и просто ничего, понимаешь, просто люди, ну, есть, которые нихуя не понимают, а есть, которые понимают, то есть... Судя по ДПСу, рейды, вот могу уже сказать, там убьют они, не убьют, судя по хилам, это понятно, что если 200-м туда незачаренным идти, да даже если 220-м незачаренным идти и одетым не на то, что нужно классу, типа, не на те статы, то будет залупа, а не рейд. Это всем понятно просто. А когда перс одетый нормально и за ним сидит челик, который умеет играть, тогда можно еще тянуть что-то, но тоже это будет сложно. Кстати, извиняюсь, я тебя перебью. Сильно, а ты тут? Да. Я вижу, что он онлайн. Он не отвечает мне. Иной. А что вы сказали? Я написал ему то. Говно вроде бы. Мне тоже говорили, что не очень. Я как-то попадал с ними, такое себе удовольствие. Я только с ними око ходил. Ну, более-менее было. Блин. У меня вопрос к тебе. Вот я вчера с вами Дикеем ходил, нормально или это? У меня просто первый опыт игры за Дикея. Ну я не знаю, какой ты там мотацию взял. Короче, зовут Ульду, блядь. Кого? Меня. Сейчас? Нахуя идти в Ульду? Чё там ловить? В надежде на одну шмотку 239-ю? Да мне на шмотки вообще похуй. Ну а нахуй тогда ну, так тебе пойдем надо? С нами. Ну тут у вас пока и латте нету, ну блядь.
Я просто, видишь, вступил, и все, теперь хожу. Меня на следующей неделе в десятку сказали, будут звать, а когда, какой день, я не знаю. Если позовут, я напишу. То есть, ладно, ты в десятку даже не с нами будешь ходить? Ну, возможно. Возможно. Десятка, сказали, позовут. Ты куда, Войт? В льду ебаную. Двадцатку? Угу. Танка нет у них, блядь. У кого? В гильдии в моей. А чё за гильдия? Норс Мифолос же. А. Ну, альянсовская, правильно? Ну, да. Да, ну да, я-то ренегат. У меня много кто там оттуда. Бьёрн РЛ? Нет, там Бьорна нету, он то ли играть перестал, то ли еще. Тут Донт Край какой-то, он РЛ. Да там у них танк вообще ретрик, по сути. У меня, по-моему, там Боу Джоб, Хантер. У меня там, по-моему... Я так понимаю, один я больше одного персонажа просто не решался. На ну, концерт. Если надо, я могу, конечно, у знакомых поспрашивать, кто хочет пойти. Сейчас приду. Ну это вот... Какой надо... Ро? Вы чё, блядь? В смысле Ро? Чё вы паникуете так, ну? Я сегодня всех пугов проигнорировал. Там столько собирали их, Кару и так далее. Я проигнорировал. Какое нахер Ро? Мы, блядь, с Паузером с гильдии вылетели, а вы про Рор что-то рассказываете. А, два шпшки есть, прочка. Лангрис, переодевайся на хпшечку. Рочка, ты СМК понимаешь, что делать? Так-то да, но если молния будет подо мной, то я сдохну, скорее всего. Ну, я поставлю туда, куда молния не бьет. Давай. Void Fury в танка. Давайте сейчас звездочку идем, трэш бьем. Звездочку в МК берем, меточки ставлю. Я возьму звездочку в МК. Угу. Да, танчит еще он. А ты этот, Карлик, когда это? Чё, Караик? Когда сможешь прийти? Четверг-пятница. А, значит, на следующем неделе я в пятницу и вторник на сутках. Во все остальные дни между ними, между сутками я могу. Это кто, второй статик, да, будет? Я в четвертый вроде с Полюшкой паладином ходил. Так я сам этот рыл. Сейчас перехвачу. Вообще ничего не понял. Ну ладно. Мне кто-то говорил, что меня позовут в этот. В какой-то стати. И что, вставай сюда, вот. Просто звездочки. Не, ну ты то, что ты на холипале на моем-то статике. Ладно, я пошел. А, сорки, пожалуйста, квадрат. Маме, сможешь перехватить маба, я рыбу поем? Англис. Донт, надо помогать вставать? Ну, да. Вот может... Да не, не надо. Я тут поставлю так. Мне главное, чтобы сейчас звезда была. У тебя как? У тебя радар или вот это просто ники игроков пишет?
меня не экипишет. Ага. Проблема в том, что я это... Тут много людей рядом стоит. По-моему, вот так вот должно достаточно быть. Так можно сказать, чтобы отошли. Уйдите все к выходу. Кто стоит? А, не-не-не, так Вовра хорошо в крестике стоял. Очень хорошо стоял в крестике. Пирекс, встань в ромбик, пожалуйста. Ты чё, он хули танк, что ли? Я сделал для кары. Ну и чё, здесь справится он. Там, встал еску, там, вы... Крыш тяжко танчить. А, сейчас просто... Давайте, у нас есть... Сколько? Минуты три, тогда, наверное, точно есть. Сейчас пока всех распишу. Только это приз не уходи далеко. Ну или... Ну да, приз не уходи далеко. Ты когда расписываешь, в разные метки хилов ставишь, да? Да, конечно. У меня 5 меток, 5 хилов. Ну, рейндж меток. Кто может поассистить, я буду принимать его, это сразу пишите, что это кач. Вы кикать потом будете или что? Ну да. А что вы добираете мелких, чтобы прокачка была, да? Ну, взяли все вот там. Угу. Это кроза на проходке будет, проходки делать будет с пятки. Новый локальный мем. А кто может в гильдию принять? Пока все равно метки расставляете. Neverline. Так, давайте по меточкам. Сейчас у нас в квадратике стоит анон, хрипатый плюс моб ручки. Выключите детей на фоне. А в крестике у нас стоит. Да, я не с вами. Да, 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 и детей, и себя тоже. Пока объявляю. Ага. А, крестик Райс, Пирекс и Вовпро. Чего это вы детей не любите, я не понял. А, звездочки у нас Don't Void плюс Mob Langris. Соответственно, в Луне у нас стоит сама Рочка и Langris плюс Карнес.
в треугольнике Изука идеальный Люсио. В печеньке Ваук Трищ неутомимая. В ромбике Spellbound Айнан Зоркий. В черепе Скайсонг Полюшка Нева. Кто из РДД остался? Плюсик, пожалуйста, поставьте. Романов понятно. Нейвер тоже. Да это мягко. Демон наш. Да это мягко, демон. Вы стоите примерно вот здесь вот. Вы стоите вот отсюда бегаете, вот сюда бегаете. Рейндж также 12 метров. Держим А Изука. Изука треугольник. Да, там главное, чтобы лед захиливали, когда на них падает. Ну, в общем, вы возле туннельчика бегаете туда-сюда. А, друид, давай, я в звездочке буду стоять, первый заберу, ты как босс спрыгивает к черепку, его стаунтишь, ну и сюда его. Я поставлю. Ну что, погнали. Да, ну сейчас. Стоп, а когда... Да не, давай мне объяснишь, когда мне моба забирать, сразу или в конце? Какого моба? Ручка к тебе? Ну, да-да-да. Ты сейчас остаешься с нами, появляется моб, я на него ставлю метку, и ты его постоянно контролишь. Хорошо, но я в центре не могу стоять, потому что там вот баши, контроль теряется, проверено. Ну, ты стоишь в центре, а потом, как бы, контроль теряется, ты заново берешь. Когда мы все разбегаемся по меткам, ты отпускаешь моба, берешь его, сам бежишь в луну, и потом, ну, берешь обратно моба себе. Все, понял. Моба так. Еще держит. Убиваем моба, нет? А, приста баф дайте по всем. Нет бафа. А, моба, сейчас подождите секунду, кто у нас здесь остается? У нас здесь остаются все милишники, плюс 2 ШП, плюс Айнан. А, хилят все, кроме Карнеса. Здесь Карнес идешь туда. А, Мишка, давай ты, наверное, в туннель пойдешь танчить. Угу, дайте рыбку. А, Романов в туннель, Невер здесь. Рыба где-то же стояла. Дайте, если еще есть, есть. Давайте Айнан и... Да это мягко, наверное, давайте тоже оставим. А, нет, у нас же Мишка. Сейчас я Мишку перекину. Да, нормально, так и нам хватит ровно здесь. Все, в туннель идут Романов, плюс все РДДшники, кроме Рочки, Вангриса, Айнена и все хилы, кроме Карнеса. Ой, Карнес идет, все хилы здесь остаются. Да, чего? А мобы где? Моба можно отпускать, давайте зальем его. Заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Мой повелитель. Зачем еще явились сюда эти чертовы? Там в туннеле аккуратней. Зоркий, да, скажешь, куда бежать? Взял моба. Да. Запомни, твой моб со луной. У ворот не стойте, встаньте за спину. Заметьте себя и мобов. Всех большому. Еще один завоеватель пошел. Метка квадратик. Квадратик не бейте.
Кинул второй прист. МКшку второй прист. Похильте квадратик. Убедите. Там бежите уже. Хорошо, сейчас не паникуем, сначала мобов заливаем, все по своим местам встаем. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Звезды, куда квадратик не бейте, другого моба убейте. Все, мобов сыграли. На рейнже стоим. Геро по ДПС, фул ДПС. Крестик летит. Масс бафы дай. Треугольник, печенька. Все в порядке. А их не диспелили. Кого-то резнуть идеального? А, идеального, дай подними. Давай я забираю, поднимаю идеального. После разряда. Идеально. После разряда. На идеальном СС. А, ты идеальный встал. Корнеса надо бернуть. У него КД. Блять, короче, залупа какая-то. Мне кажется, можно заново начинать. Два БР в КД. Да. Надо начинать заново. Да. А они не здесь. Треуголь. Не здесь полили, да? Но они не отбежали, потому что не здесь полили, сказали. Ну, они в оковах стояли передо мной. Может, кому-то диспелить надо? Ретриков нету, присты могут диспелить. ДЦ-шка. Ну, ДЦ-шка он щитует рейд. Если его на диспел отвлекать, я хуй знает, что это будет. Ну, давай я... Это одна кнопка, это масс-диспел. Не, это понятно, но тоже щиты же проебет. Может, шипешником сподручнее это будет сделать? Один же только моба держит. А, шипешником? Два моба у нас. Два моба? Можно либать это, блядь, и игра это просто пошли не нахуй. Ну да, только тогда ДЦ остается. Ну, тогда щиты проебет. Ну ладно. Страшно, за хила хватит. Еще может такой вариант быть, что они далеко от него были. Может еще такое быть. Нет. Они рядом были. Есть за нонша. Ну типа это первый или какой, или второй разряд был. Потом-то по-любому надо диспелить. А он в одного вряд ли весь рейд задиспелит. Так они на первом, по-моему, и упали. Подожди, а че он фуд? Просто ДЦ диспелит. Все. Ну, такой вот вариантов нету. У нас есть два холика, которые заняты. Ну, я еще по меткам буду говорить, куда кидать. Угу. Если там лед видно, окова видишь нового. Да, 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 конечно. Сразу или только подкаст анонсить? А, если видишь каст, ну, если кто-то в нове стоит, там, где каст будет, говоришь, что диспел и метку называешь. А в кого идеальный успел БР отдать раньше меня? В Корнеса. Меня моб сначала убил. Вот как мы прыгнули, и я сразу слег. Потому что отпустили моба и все. Ну, которые вам каст. А, стоял. Тебе этот квадратик луна.
Давайте. Ты команду дай, там тут со мной пушку. А, СС. Давайте по Корнесу СС. И по Лангрису СС. Не, по Врочке СС. Лангрис не умрет у нас. Романов. У нас же очень много их еще. Кому давать? Да, давайте. Анелла даешь Врочку, и Зука даешь Корнеса. Врочку уже дал. Врочку уже дал, окей. А Дрищ в Корнеса. И Зука все равно не слышит. Отдал. Все, давайте. Эрчек, кушаем, бахаемся. Сейчас я сам поем, у меня меткости нет просто. Понимаю, Дон. Угу. А у тебя у меня еда на 40 меткости. У тебя БДК есть спек? Да, я тебе сделать могу, да. А, ну. Да я думаю, ты тут, ну, как бы, ты ж медведь все-таки. Да, Толик, да нам танкинга хватило, у нас просто много упало и все. Мы бы его сейчас убили. Так, все, все готовы. А, кстати, фласки-то не забыли выпить, все, надеюсь. Потому что я забыл. ДП получается. Присты, если есть возможность, говорите, когда у вас мобка будет заканчиваться. Либо отводите приста, ой, моба своего, там, к воротам, там, либо вот там за черепочек слева, там, к башне куда-нибудь. Ну, типа, вот сюда. Значит, вот. Как я отведу? Чтобы просто он, ну, в рейд не прыгал сразу. Либо ну, говорите, чтобы я стаунтил. Забрал, давай, моб. Но если я мобом звездочки стою, я пробегу сквозь метки и цепуха полетит, я же убью всех. Да. Отдай меточку на моба. Право. Как они сквозь стенку прибежали? Не знаю. Хиль. Все, мобов заберите, они что баф. Ой, тушит нас, конечно, сейчас. Ну мы добили, сейчас бежим к боссу. Давайте, спускайте, тут очень плохая пачка пришла. Блять, там кто-то застрял, пиздец. Я, да, он. Попыграем сейчас. В череп осу. Румах был, ебать. Сейчас, 2 секунды, это вот. Мы бас играли пока.
Все, Геро, пошли урон. Квадратик заберите. Сбивается, я не понял. Я тоже. Ну, тебя тоже бил. Квадратик прямо в метку встань. Я не могу, он сбивается. Ладно, забираю, короче. Давай. То что это за хуйня, не могу понять. На идеальном месте, СС? Да. Квадратик, квадратик, зачем ты у вас шотнет же в луне? Есть БР, если надо. Да, сейчас меткой в квадрате нет одного милишника. Можешь туда поставить. Да давай этот, блять, они-то занятые. Мобы, мобы, мобы. Мобов ловлю. Нас сбивает кто-то, я не могу понять кто. Просто поставь квадрат метки. Там одного и второго можно сразу. По мане хэпала хуёво. Тотем ставьте или что-то. Давай, давай заберем. Да, за 1 секунду, 2 секунды. Да у меня инер КД, блять. У меня инер КД, я сдавал. А, вижу, вижу. Тебя он отпиздит. Я прожался. Да ничего, мне тоже фул прожимки есть. Ты не зыбку сдал? Угу. Ладно. Я кончился уже. Крик на хп отдал, да добьете. Вы нормально, добьете. Убьете. Нет, третье место он там. У меня 8-4. Ничего, 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 я додержу. Сейчас у меня дубовая будет. Все, дубовая пошла. 700 тысяч. Оверхильте. Маба забираю. Да, я упал. Нормально пойдет. Я не могу понять, что это за пиздец был? Почему каст прерывается я, постоянно? Я видел этих мобы, я не успеваю ОПшки в них давать. Да, да, да. Это пиздец какой-то. Ну, может быть, на... Может, баба тебя била вот это? Да какой... Она же не дает мне контрспелл. Контрспелл не нет. Знаю, может быть это... Прерывание какое-то. Нет, может быть дождь. Просто бегают и мобы, и все. Может быть дождь сбивал. Да ничего не может сбить каст, понимаешь? Хотя да. Никогда такого не было. Сука, не, ну подожди, это ж потоковая. Сука, драйв было, такая хуйня в первый раз. Может, не знаю, мобов будет освобождение появилось внезапно. Типа воля требования, блядь. Игрок, Игрок, заходи. Мы йога плюс один делаем, да? Конечно. У нас вообще тут миллиард локов сейчас. Запущу Торим. Плечо, ну нужно кому-нибудь, Холи Пау, 39-е. Шаман, может быть. Отдели моих смертных союзников мощью грома! Просто на Везаксе БДК лучше танк. Да и на йоге, блять. А чем БДК лучше там танк? Ну,
Объективно. Объективно всем? Ну не, ну конкретно, давай. Конкретно? Агро у меня такое же. Агронабором, живучестью. Это, вот кто там с петами телепортируется? Моб большой идет. Да, идет, потому что нужно убирать петов, потому что они не телепортируются с вами на портале. Если какой-то хил есть, похильте тут. Обвалившаяся галерея. И второго моба по возможности переведите. Не в первый раз, что ли, телепортируетесь, Локи? Слышь, Батуха, ты в первый раз хотел догнать моба, который от тебя ушел? Почему ты не там учил второго? Ты видел, где он был? Да, он пиздил меня в это время, пока ты говорил, что второй от тебя убежал. Ну, ты сдох? Нет, я просто с ним потанцевал, наверное. Конечно, ну, сдох. Вот. Ну, ничего страшного. А где второй? Уже побежали. Куда? С другой стороны. Там петы побежали, ребят. Все, нормально. Ну, танчи тогда. Мы делимся, типа... А, давай сейчас еще встретимся здесь, возле Мимирона тогда. Так, что там говорили, заходить, мне написали. Донту плюсовать, да? Да. Короче, рейд разделился. 10 челиков тут стоят, 10 там. У меня и пес к нему бежал. Сука, вагон, блядь. Петы вот это вообще нечто просто. Подожди, а кто, куда игрок-то? У нас уже слышали, разве есть? Да, Нелло, подзамени. Ну я чисто за проходкой шел, я так на замене посижу. Как хочешь. Ну у меня самого нет априора никакого. Типа, у меня смысла нету. Почему нету? Токены, допустим, никому не надо. Ну и мне они не нужны, собственно. Так ты норм пациком просто конкуренцию сейчас сдал. Зачем? Ну, потому что игроку надо, а мне нет. У игрока тоже приора нет, между прочим. Та-та-та-да. Ну, у него ДПС, думаю, больше будет. Ну, я тоже так думаю. Так, ну, Скайсонг. Везекс, твоя последняя надежда, блядь. А чё, йог еще будет надежда? Ну так на йоге квест делать надо. Уже. А у нас остальные боссы убиты? Где? Первый этаж мы убивали? Да. А чё, быстро 100 рублей, ой, 1000 рублей на Воланиш закинуть, вместе 2? Там же по 5 осколков продается. По одному. По одному, мать. А, это я не знал. 1000 рублей на Воланир. Раскошелюсь я, бля. Нормально это? Нам обязан. Зато лоялку вкачаешь. Помада, нахуй тебе за помада. Ты знаешь, что ты за всю жизнь съедаешь 2 килограмма помады? А ну тебе надо, Скайсон? А вот оно тебе надо? Че, сможем по стенке пробежать, пацаны? Петов уберите нахуй. Петов уберите в натуре. Еще и вагон это, засакает. Хотите, можем убить моба. Кто спулит, пускай тот и убивает. А как его убежать? Вот. Просто над стеночкой беги. Носом в стену вот так вот встаешь и чиркаешь, и получается под углом 45 градусов бежишь. Все справится.
Это вопрос насущный. Ик кара без КД на друиде, блять. Есть у кого-то двинки какие-то на завтра? Ну вот, лок умеется. Теперь. Нужны хилы еще. И Онию тоже не ходил. Войд, есть охуевшая 192-го этом левела сама. Надо? Нет, ну какие 190? Это в Накс еще ходить, блять. Локи, шкаф поставьте. Да не, сейчас уже брать буду, потому что понерфили Накс жестко. Суманите. Ну в Накс-то да, блять, ну не в Икже. Ты сейчас, ты вообще видел хоть раз вот на этом, на этой неделе хотя бы человека из наших ги, который ходил в Наксраму? С Кубобом мы в счет не берем. Это никто не ходит в Накс сейчас. Угу. Я сегодня в десятку ходил. А как твинков одевать? Твинков? Вот я ищу, чтобы человек, который меня провагонит, блин. А в смысле, ульда с 25-м десятку ведешь и все? Ну вот десятку. Окей, десятки, а вот, хорошие, вот, ну, ты одел 200-е, 205-й как брать, окей? Ну да. Да даже с 200-й можно пойти в ульдвар. Он изичный просто, десятка сносится, блин. Ну вот. У нас никто не ходит туда. Не, ну типа, дом-то же собирает. Мы уже десятку не ходим в ульду. Я вот хочу на Везекса и на Угаона сходить. Так, у нас есть метки. У нас есть звездочка. У нас есть один хекс, у нас есть второй хекс. И это все по контролю. Не, Невер, давай не будем это, давай через таунт. Я, слушай, у нас достаточно контроля. Так, подожди, а я молчал. Спрыгиваем. А, зоркий, звездочка, Айнан, печенька, Валк, ромбик, хекс и шипы. Шипы? Угу, давай шипы. Я только все равно не понял, почему здесь я был. Да я хотел через таунт, а потом думал, что ну нафиг, конечно, еще побегу как-нибудь не так с таунтем. Там с собой, со мной, да, поговорил? Да, да, примерно, да. Так, такой у меня сегодня день. Нормально. Да главное, когда со мной будешь разговаривать, ну, в смысле, сам с собой, не поссорься со мной. Я постараюсь. А, элементали-то отпускайте. Чего он что-то? Завтра приду и скажу, что ты обиделся на меня, пиздец. Кто там полетел? Гоу-бро полетел. Медведь. МК контроль. Угу. Мишку еще не законтролить. Райс, я тебе ГП дам. Оно персу прожало. Моба.
У нас должны откатиться были уже способности. Дон, перекинь шестой пати, чувака. Шипы. Начинайте. Или шипни звездочку. Станом пока закройте его. Можете элементали отпустить, он бесполезен все равно. И в звезду сыграли. Звука хватит элементаля инфасет. Сейчас будете сами. Мне нечему. Я анонсить не смогу. А, хиксы появились? Рано, наверное, еще. Айнон, есть хикс? Есть, отлично. Хиксе все равно блинкаются и сава дают. Саванс, не могу сказать. Душегуб. Был в десятке и видел, как этого мобов, которые охраняют вход к хранителям, вот эти статуи, они тоже через ПД выйдутся по одной бегут. Так почти, наверное, все можно сделать. Любую пачку по одному сагрить. Ну, типа, это удобнее на самом деле, там в плане, там даже если не отверну, мне ничего страшного, рейд может выжить. И того чисто это пить. Тут-то ладно, тут вайпнуться можно. И это мимо контроль. Там-то как вайпнется. Надо постараться. Моб. Поставишь, я тебе потом скину. Ты на пол по КД. Кстати, да, у нас получится это КД вообще, что ли, один волонер всего? Или два?
Да ща выпадет, блять, Везекс. Прибавьте каску помогам.